Мы любим Черноморск. Да. Рекомендую. Я из Москвы. Всем рекомендую. С бабушкой приезжаю каждое лето. Мне здесь уже лет 8-9. Ну приезжайте. 8 лет уже сюда, если не 9, конечно, приезжаю. Приезжайте, естественно. Ребят, всем привет! Мы сегодня снова с вами в Черноморском, и мы сегодня посмотрим, что происходит на нашем красивом, любимейшем пляжике, который вы обожаете, можно сказать, даже очень. Поэтому давайте сейчас окунемся в ситуацию и что и как здесь происходит. Погнали! Здравствуйте! Как у вас? Все хорошо? Прохладно, ветерком. С ветерком? Гулять идем, конечно. Правильно делаете, свежим. Все хорошо. По поводу заполняемости итальянской деревни, в принципе, тут все нормально, машин полно, мест парковочных практически нет. Садиться, красота, море очень теплое, народ приходит в это время, чтобы покупаться, обалденные облака в небе, просто красота, друзья, посмотрите, сколько людей еще в это вечернее время присутствует на пляже. Безумный запах шашлыка, запах чебуреков. Все пахнет, да? Возьмем чебуречков? Давай. Вот такой инжир продается в районе 200 рублей за килограмм. Так, у нас чебуречки вкусненькие. Здравствуйте, дайте нам 2 чебуречка, пожалуйста. Самых лучших, самых вкусных. Ты будешь какой? Говядина? Масленичка, без нас. Как вам удобно? Это самые лучшие чебуреки в Черноморском. Ну что, продолжается жизнь ночная, такая вечерняя уже, люди гуляют,
кайфуют, играют в волейбол. Раз, два, три. Огромное количество площадок, которые просто сейчас, даже в это время, уже 10 час, получается, люди просто продолжают балдеть, кайфовать и отдыхать. Море спокойное, солнышко село, вода теплая. Пирс наш так до сих пор никто не сделал, он весь так, как был, разрушен, так и остался, поэтому это печальная история. Привет! Два слова хороших скажите. Давайте. Ну. Мы любим Черноморск. Да. Кто откуда, чего, что, как? Я из Питера. Мы из Москвы. Как зовут? Наташа. Наташа. Откуда? Я из Краснодара, мне 15. Я тут раньше жила. Нравится здесь? Да. Ностальгия, море, тут все хорошо. Рекомендуешь? Рекомендую. Конечно. Давай теперь ты. Я из Москвы. А ты когда попала сюда? Я сюда попала лет 7 назад. Лет 7 назад. Мы купили апартаменты в итальянской деревне. 7 лет прошло, и как тебе вообще Черноморское? Нравится. Рекомендую. Рекомендую, конечно, да, устраивается. Всем рекомендую. Давай ты. Меня Егор зовут, я из Питера. Я сюда с бабушкой приезжаю каждое лето. Мне здесь уже лет 8-9. 8-9? Да. То есть все сюда? Да, конечно. Егор, ну так серьезно, зашел сразу? Прям серьезно. Что, прям все сюда? Приезжайте. Хорошо, теперь ты. Я Руслан из Москвы. 8 лет уже сюда, если не 9, конечно, приезжаю. Что? Ну что, людям рекомендую приезжать или как? Приезжать, естественно, тут что говорят? Вообще... Говорят, стреляют, нет? Ни в коем случае. Тихо, спокойно? Конечно. Снаряды не падают на голову, нет? Нет. А то там пишут в интернете, падают снаряды, мы боимся. Не, это все ложь, естественно. Не про это место, да? Да. Ребят, хорошего вечера. И вам. Пока. Ура! До свидания. Идем на прокат, колесе обозрения, посмотрим, как это вечером с высоты. Когда работает? С 6 вечера. Сколько стоит? Один круг 200, два круга 300 с одного человека. Нет, дети до 3 лет бесплатно, после 3 полный билет. Друзья, приезжайте в Черноморское, отдыхайте. Тишина, покой. Мы сейчас на самой пиковой точке, посмотрите. Мы поднимаемся на верхнюю точку, вот сейчас. Мы на самом верху Черноморска, ура! Мало, но прикольно. Работает вот такая комната. А тут дети скачут, прыгают, балдеют. Все беседки заняты на ночь, буквально вот все. Цен не видно. Но напитки есть. Вот такая обстановка здесь. Возле основной главной ротонды Черноморска. Авокадо. Okay.
на картинге сейчас? Да. 7 лет своих. Первый раз на машине. Билетики. Левая шапка у тебя, давай. Надевай дальше. Надевай. Сейчас я начну машину тетки, нажимай красный край, левая надо. Мы готовы. Че, на ней нажми левая, на ней красный у тебя. Так, тормоза проверяем. Левая, левая. Отлично. Три педали одновременно на машине. Сейчас опасно. Ребята, это было реально круто. Скажи, Лизон, вообще просто огонь. Я кайфую.